could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my actions. Magic in my life's everlasting. I say, I could add a world up, be with any girl, but something about your style makes me wanna man up. You should feel our pups, catch a flick and do some stuff. Всем привет! Сегодня техническая серия по Freelander 2. Сегодня поговорим мы о предпусковом подогревателе фирмы Webasto. В данном автомобиле установлен Webasto Thermotop Veva. Также на Freelander устанавливается Webasto Thermotop V. Webasto Thermotop V 100% блокируется по 800 часам. Выдается 22H ошибка. Тем самым предполагалось, что 800 часов она отработала, ее выкинули и все, и поставили новую. Нам же это не подходит. Мы хотим все-таки, чтобы она работала дальше, она и будет работать дальше. Webasto также может заблокироваться по трем причинам. Да, указал 4, четвертый это как раз 22H. Но основные три причины, по которым может Webasto заблокироваться. По напряжению бортсети, по уровню топлива и по уровню охлаждающей жидкости. По напряжению в сети, это как, допустим, там же может она выдать ошибку как и по низкому напряжению, так и по перенапряжению, то есть высокому напряжению. Как это выглядит? По низкому напряжению заводская установка это 10,5 вольт. То есть запустили, а машина долго стояла, аккумулятор немножечко подсел, да еще и он уставший. Напряжение упало низко, вот Webasto работает, греет двигатель, а напряжение бортсети упало ниже 10,5 вольт. Тогда Webasto выдаст ошибку и перестанет свою работу работать. Потом, по уровню топлива, зимой вроде как говорят, что ниже 1/4 не рекомендуется оставлять топливо в баке, потому что Webasto может заблокироваться. И по охлаждающей жидкости, если есть сообщение на панели приборов, то, что низкий уровень охлаждающей жидкости, Webasto также выдаст ошибку и не будет запускаться. Для того, чтобы Webasto полностью ушла в блок, то есть вот она, допустим, выдала ошибку, мы там исправили, охлаждающую жидкость долили, обратно запустили, она запустится. Но если три раза подряд произойдет ошибки, та или иная, просто три ошибки, Webasto заблокируется, и разблокировать можно будет только так, вот как дальше будет видео. То есть им надо будет подключаться Webasto Thermotest программы и разблокировать. Что нам понадобится для подключения? Это кабель с K-Line адаптером. K-Line адаптер это у нас именно по K-линии, у нас общается Webasto с машиной. Потом ноутбук, естественно, и программа Webasto Thermotest. Я использую программу 2.16 версии с инженерным кодом. Обязательно с инженерным кодом, потому что только инженерный код позволяет скачать дамп Webasto и сохранить его файл. Где скачать программу, будет ссылка в описании. А также, если будут проблемы с установкой, напишите комментарий, если штук 5 наберется, тогда снимем отдельное видео, как установить именно Webasto Thermotest и как сделать именно обязательно вот этот вот инженерный режим. Еще для лучшего просмотра видео, чтобы именно каждый взял для себя то, что ему нужно, я в описании сделаю тайм-код небольшой, то есть там, допустим, вот сейчас будет введение, потом мы сделаем, где подключать, потом будет именно рассказ о том, как слить дамп, где он находится, как его открыть, как расшифровать этот дамп, где найти ту или иную строчку, которую нам нужно, да, то есть нам строчку, где зашифрован 800 часов. Вот. Потом будет отдельно, я быстренько просто распишу, где нам поменять, то есть как скачать дамп, где нам быстренько поменять, потом залить дамп. Ну, начнем. Как я уже говорил, для подключения Webasto нам понадобится ноутбук. И нам понадобится адаптер. Вот я использую именно KKL Vacom адаптер 49.1. Где здесь что? Получается, второй контакт сверху, слева, это кей. К-линия.
Потом идет раз, два, три, четыре, пять. Пятый контакт, вот в данном случае зеленый у меня, термоусадка. Это минус. Первый контакт снизу слева, если смотреть вот так вот на адаптер, это плюс 12 вольт. Сюда мы подаем 12 вольт. Потом этот плюс-минус мы организовываем посредством прикуривателя, вставляем в прикуриватель. А кей-линия, вот в данном случае вот у меня проводочек кей-линия, мы ее будем подключать под бардачком. Сейчас покажу где. Демонтируем бардачок. Большое замечание по этому амортизатору бардачка. Все его ломают, а потом приходится колхозить. Как его откинуть? Вот просто вот нажимаем вот на этот язычок. Чик. И он отошел. Все. Чик. И ушел. Вот этот кабель как раз таки вот я сделал, вывел для диагностики вебаста. Непосредственно. Заглядываем вот сюда. Отводим вот эту мохнатку. Оп. Вот мой красный провод. Вот мой красный провод идет. И уходит, вот видите, изолента. Верхний белый-синий провод с правой стороны. Я изоляцию зачистил, подключил этот провод. Можно просто иголочку воткнуть, если одноразово. Но все-таки, мне кажется, лучше, если будет этот провод на постоянку, всегда можно будет задиагностировать вебасту. Еще раз, где этот разъем находится? Под бардачком. Вот за вот этой вот штукой теплоизоляции. Пару слов об адаптере. В самом начале я пытался подключаться к вебасте BM9213. Для ВАЗа он прям вообще превосходно все читает. Даже можно прошивать машины. Но при скачивании дампа почему-то связь обрубалась. И, ну, то есть скачать дамп не получалось. Поэтому я принял решение, заказал на Алиэкспрессе ВАККОМ адаптер. И с его помощью все получилось. Плюс адаптера ВАККОМовского в том, что вот здесь в управлении нам ничего делать не нужно. То есть, если бы был бы другой Калайн адаптер, там нам бы приходилось бы настраивать скорость порта. А наш адаптер, если посмотреть параметры порта, да, здесь мы ничего не меняем. Заходим дополнительно, а здесь вот ничего и нету. Вот. Это плюс данного адаптера. Нам здесь ничего трогать не надо. То есть, просто plug and play, воткнули, подключились к вебасте. Все, больше ничего делать не надо. Вот здесь я сделаю вставочку про то, как надо настраивать адаптер, если у вас он не ВАККОМовский, а именно какие параметры порта должны быть. Вот, на этой картинке вы можете наблюдать. А так я рекомендую именно использовать ВАККОМ адаптер. Запускаем Webasto термотест программу с инженерным режимом. Включаем зажигание. Как вариант, можно завести автомобиль с выключенной системой климата, чтобы Webasto не запустилось, чтобы не помешало нам при скачивании заливки. И заходим в избранное, компорт. Выбираем наш компорт. Можно сразу вот сюда вот нажать. Если здесь не выбрано Double Ocean, то выбираем Double Ocean, нажимаем ОК и нажимаем вот этот значок старт диагностирования. Ожидаем. Пошло соединение. В данном случае у меня сейчас ошибок нету по вебасте. Вот здесь они отображаются, ошибок нету. Я сейчас сделаю вставочку там, где написано ошибка 22H. Как это будет выглядеть. И потом, когда мы нажимаем вот эту иконочку рабочие параметры, вот в данном случае на моей вебасте у меня наработка в часах 688 часов 41 минута.
Здесь же будет, у кого 22-я ошибка, и когда вебаста заблокировалась, здесь будет 800 часов, запятая, по-моему, 30 секунд или сколько. Ну, чтобы нам скачать дамп, нам что нужно сделать? Нужно зайти в блок данных. Блок данных считать из блока управления. Сохранить в файле. Объем EEPROM указываем 1680, то есть 1680. Нажимаем без контрольной суммы сохранить. Обязательно указывать объем EEPROM 1680 и нажимать без контрольной суммы. Теперь он предлагает нам сохранить этот дамп. Обзовем как дамп 777. Все, сохраняем. Теперь этот дамп у нас, который мы сохранили, вот он. Его делаем копию. Мало ли, на всякий случай. Теперь нужно запустить Excel. В Excel перейти в вкладку «Данные» и выбрать «Из текста». Здесь же из текста мы выбираем наш дамп. Вот в данном случае копия. Нажимаем «Импорт». Здесь нажимаем «Далее». Потом во втором шаге тоже «Далее». Первый столбец сделаем текстовый. Второй столбец сделаем текстовый. Нажимаем «Готово». Оставляем все то же самое, что и есть. Теперь нам нужна формула. Формула у нас как гласит? Вот это вот C5. Ну, пускай будет C5. Умножаем на 256 и прибавляем предыдущую строчку, получается. В данном случае у нас C4. Enter. И все вот это вот мы берем и выделяем. То есть вы можете вот это вот в Excel ничего не вставлять, это просто для отображения, для понимания, где находится вот эта вот именно цифра. Вот в данном случае у меня 688. Если 22-я ошибка произошла, то значит будет 800 часов. Просто для понимания, где это находится, как бы для общего развития. Так, вот все у нас. Нажимаем поиск, Ctrl-F. И 688, если нажать, то мы нашу цифру не увидим, потому что она формула, да, тут спрятана. А нам надо значение. Нажимаем «Параметры». И здесь выбираем область поиска не формулы, а значения. И найти все. Так, 688 это нас не устраивает, не устраивает, не устраивает. А вот теперь вот это вот устраивает. Это наш 688. Я потому что уже знаю эту строчку. Теперь 0,5F9 и 0,5F8. 0,5F8. Что нам говорят эти две цифры? В строчку 0,5F8, когда здесь переваливает за 256, эта строчка обнуляется. И прописывается в строчке 0,5F9 цифра 1. Но это если с нуля идет отчет. Следовательно, когда еще 256 отчиталось, то есть вот тут у нас получается 512 часов, когда будет, здесь опять появится нолик, а здесь появится у нас цифра 2. В данном случае у меня как? Это 688, это 512 плюс 176. Вот логика какая, да? Вот. Верхняя строчка 0,5F7, это у нас идет минуты. Минуты можно не трогать. И теперь что мы? Мы теперь знаем строчку 0,5F8, 0,5F9. Теперь идем обратно в наш файлик. Открываем этот файлик блокнотом. Так, выбираем блокнот, открываем. Теперь поиском уже наша известная строчка 0,5F8. Так. Найти эту строчку. Вот эти наши две строчки. 0,5F8, 0,5F9. Что нам нужно сделать? Вот опять мы видим 176 часов. И плюс 2 умножено на 256. Это в сумме получается 688. Вверху 41 это минуты. Теперь что нам нужно делать? Не изменяя количество пробелов. Просто вот B0 заменяем на 0,0. 176 заменяем на 0.
0,5F9. 0,2. Заменяем на 0. И двойку заменяем на 0. У тех, у кого 800 часов, будет каким образом? У кого 800 часов? Здесь будет 0,3. 3. Меняем 0,0. 0. Здесь же будет... точно не могу сказать, что здесь будет. Здесь будет 30. 1 или 30 часов. Здесь также ставим 0, 0, 0. То есть делаем вот, вот как отображено вот здесь. Вот. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Все. Сохраняем. Теперь у нас есть дамп с нулевыми часами наработки. Теперь как нам нужно залить. Так, это мы перенесем вот сюда, чтобы видеть. Вот здесь будем смотреть. Я обычно делаю переподключение, то есть разрываю связь и подключаюсь. Все, теперь у нас он быстренько связь налаживает. Все параметры отображаются. 688, 41. Как нужно залить этот дамп? Заходим в блок данных. Считать блок данных из файла. Сохранить в оперативной памяти. Пишем опять же наши цифры 1680, ну, то есть 1680. Без контрольной суммы. Выбираем наш файл. Dump copy. Открыть. Теперь блок данных. Так, блок данных из оперативной памяти. Программировать в блоке управления. Нажимаем. И ждем. Сейчас, когда закончится, мы вот здесь вот будем наблюдать, как обнулится, и у нас останется 0 часов 41 минута. Все. Вот у нас поменялось время работы. 0 часов 41 минута. Ну, давайте затестируем нашу вебасту. Запускаем двигатель. Все, вебаста начинает свои манипуляции. Разогрев, прогрев, подача топлива и так далее. Вот загорелась лампочка, то что обнаружено пламя. Включаем зажигание. Избранное, компорт, выбираем наш компорт, нажимаем, выбираем нашу W-шину, соединяемся. Сейчас у нас вебаста уснула, и вот когда она просыпается, то есть после того, как зажигание включаем через несколько минут, вот уже у нас получается обмен данных, подключается вебаста. Видим здесь ошибка 22H. Нажимаем блок данных. Блок данных считать из блока управления. Сохранить файле. Пишем объем EEPROM обязательно 1680. Нажимаем без контрольной суммы. Сохраняем дамп. Назову его пятерки. Переходим в папку с дампом, где сохранился. Выбираем этот файл, открываем блокнотом. Так как у меня там уже нули, сейчас будет ненаглядно это. Поэтому я открою вот этот файл. Открываем блокнотом. Набираем поиск. В поиске задаем 0,5F8. Находим эту строчку. Находим мы вообще две строчки. 0,5F8, 0,5F9. Правим 0,5F8. Ставим 0,0.
У меня 176, у вас будет 30, если 800 часов наработки вышло. Правим, тоже ставим 0. 0,5 F9 таким же принципом. 0,3 у вас будет, у меня в данном случае 0,2, меняем на 0. И двоечку в вашем случае будет 3, тоже меняем на 0. Самое главное, между вот этими вот цифрами ни в коем случае ничего не менять. Никаких, ни дополнительные пробелы, ни убавлять, ни прибавлять, ничего не делать. Просто цифру удалили, цифру добавили. Все. Сохраняем. Переходим опять в ВТТ. Как это залить? Блок данных. Блок данных. Считать блок данных из файла. Сохранить в оперативной памяти. Делаем опять же то же самое. Выбираем EEPROM. 1680 забиваем. Без контрольной суммы. Выбираем наш файл. В данном случае я ничего не буду делать. Потом далее. Блок данных. Блок данных из оперативной памяти. Здесь будет уже активное окошко. И нажимаем «Программировать блоки управления». Пойдет строка программирования. Дожидаемся. Как закончилось, можем видеть то, что у нас время работы поменяется с 800 на 0 часов. И там будет сколько-то минут. Ошибки 22H не будет. Ну вот, серия подходит к концу. Мы сегодня разблокировали своими руками 22-ю ошибку, 22H, когда вибаса блокируется по 800 часам. И тем самым сэкономили 5-6 тысяч рублей. Сейчас, наверное, полетят в меня тряпки сервисменов, которые зарабатывали на этом деньги. Ну, что ж теперь. Вот такой я нехороший человек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будем дальше записывать технические серии, покатушки, разбираться с автомобилем. Есть мысли записать серию об эксплуатации автомобиля, потому что в сети интернет ходят такие видео, то что, допустим, какой-то обзорщик, который не ездит на этом автомобиле ни год, ни два, ни три, а именно записывает о нем видео, и там все-таки есть немножечко такие лукавые моменты, когда там что-то обманывает человека, который смотрит видео, о чем-то не договаривает. Я езжу 2 года, Эльдар ездит 3 года, уже поменял второй фрилендер у него, поэтому есть что рассказать. Если будет интересно, мы запишем такого рода видео. Пока!